Шадринский пасечник подарил детской больнице флягу с медом. Для больных ребят, находящихся в городской детской больнице, этот дар пойдет на лечение различных заболеваний. Такой сюрприз малышам и подросткам до 18 лет преподнес специалист по меду Федор Самсонов. В нашем роду специалистов по пчеловодству, хочу сказать, что и не было. Только я. Можно сказать, что я самородок. Пришла идея закончить курсы по пчеловодству, которые продолжались в течение 2 лет. Со временем я расширил свои знания, закончил техникум. После моей работы кратковременной пасека становилась продуктивной. С небольшого количества пчелосемей я мед получал до 4 тонн. Как отмечает пасечник, пчеловодство – это отрасль, которая неразрывно связана с полеводством и садоводством. Федор Николаевич уверен, что мед имеет множество полезных качеств. С помощью пчеловодства также можно сделать воск, пчелиное молочко, а пчелиное жало используют в медицине. В этом и не сомневается заведующая отделением Шадринской детской больницы Лариса Грачева. По ее словам, детям в больнице мед иногда назначается врачами вместе с остальными лекарствами. Разные заболевания, лечение разное. Понятно, что мед очень полезен, но мы будем аккуратно, осторожно назначать. Я думаю, что он в нашей диете, в лечении детей, займет свое актуальное место. Пусть не так много, не так часто, как в домашних условиях, но мы будем разумно подходить к этому. Спасибо большое, что нашлись спонсоры, что нашлись дарители, принесли нам целую флягу меда. Я думаю, что нам хватит надолго, и деток оздоровится с помощью меда тоже достаточное количество. Останавливаться на достигнутом Федор Николаевич не собирается. В планах у него возрождение пасеки в усадьбе, где он ранее работал. Пока она находится в заброшенном и плачевном состоянии. Дипломированный специалист по меду собирается превратить ее в цветущий край на благо природы и людей.